Сегодня мы проведем театрализованную акцию протеста. Мы пройдем по Старому Арбату, мы будем собирать у прохожих деньги на военный билет. Также мы подарим министру Сердюкову торт, который мы специально сделали на заказ. Вы видите призывников, которые прошли воинскую службу. Они покалечены, и довольные генералы, которые получают взятки, откаты и наживаются на призыве. Могли бы нам помочь? Нам нужны деньги на военный билет. Вот 1 апреля призыв. Понятно. Плохо-то как. Ни у кого денег нет. Это не политическая акция, это не акция протеста, это флешмоб. У нас нет ни требований, у нас нет ни плакатов, ни флагов, как вы видите. У нас есть торт, и также мы будем собирать деньги у прохожих. Мы не нарушаем законодательство, поэтому извините, пожалуйста, мы пойдем дальше собирать деньги. Ребят, пойдем. Мы вас предупреждаем. Вы будете доставлены, делаем вот. Здесь ваши требования незаконны. Ваши требования незаконны. Давайте, стартом проводим. Мы не нарушаем закон. Будьте добры, пройдите, пожалуйста, в автобус. Давайте, пройдем в автобус. На основании того, что ваша акция незаконна. Не согласована с властями. Вы видите, я же не суппортирую. Я не пойду с вами никуда. Я никуда с вами не пойду. Ваши действия незаконны. Вы нарушаете мои права. Ваши действия незаконны, повторяю. Вы же ничего не посмотрели, вы просили документы. А вы кто? Замначальник ООПКУ. А причина задержания? Пожалуйста. Пройдите, пожалуйста. Объясните причину задержания. Причина задержания, что вы участвуете в незаконной акции. А в чем незаконный акт? Я не пойду с вами. Ну пройдите. Зачем? Девушка, пройдите, пожалуйста.